Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним упражнение под номером 69. Нужно прочитать текст, с началом и окончанием которого вы уже познакомились. Далее проверить свою догадку и озаглавить текст. Прочитаем. Вы задумались над тем, откуда пришла к нам школа? Слово это из древнегреческого языка. Школы у греков появились еще в 6 столетии до нашей эры. Там учились мальчики. Вначале они посещали школу, где их обучали читать, писать, считать. Потом школу пения, музыки, поэзии. Были и другие школы, где мальчики занимались физкультурой и закаливанием, готовились стать воинами. А на Руси первые школы появились в конце 10 столетия, то есть более 1000 лет назад. Итак, озаглавим этот текст, его можно озаглавить как появились школы. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.